Чем длиннее оружие, тем сильнее оно, а чем короче, тем оно смертоноснее. Это яркая характеристика понимания смысла применения оружия в китайских боевых искусствах. В длительной истории развития китайских боевых искусств оружие было неотъемлемой частью кунг-фу. Луки и стрелы позволяют атаковать с большого расстояния, а мечи и кинжалы делают нападение смертельным. Копья и палки могут позволить человеку противостоять 10. В древнем Китае оружие было изобретено для применения в сражениях, играло важную роль на поле боя. Со временем пользование оружием стало самобытным боевым и военно-спортивным искусством Китая. Согласно подсчетам, существует более 100 видов оружия, применяемого в китайских боевых искусствах. Но из всего этого оружия мечи и кинжалы являются первостепенными. История развития китайских боевых искусств говорит, что боевое оружие существовало ранее возникновения китайских боевых искусств. Какое же оружие было впервые изобретено на территории современного Китая? Джоу-Коу-Дьен хорошо известно. Здесь 600 тысяч лет назад находилась стоянка первобытного человека. Найдено много каменных молотков, ножей и долото с острыми концами. В первобытном обществе эти вещи изготавливались из камня и являлись предметом обихода, были орудиями труда и охоты. В течение долгого времени люди приобретали навыки в использовании этих видов оружия. Хотя, строго говоря, все это и не было настоящим оружием, а являлось лишь инструментом, чтобы добыть пропитание. Боевое оружие появилось на территории Китая в бронзовом веке, во время правления мифического правителя Чхи Йоу. Под его личным присмотром было придумано и сделано первое бронзовое оружие. По преданию, Чхи Йоу изобрел бронзовые дротики, копья, алебарды и луки. С помощью этого оружия он одержал победы над удельными князьями числом 21. Чтобы взять под свой контроль всю центральную равнину, Чхи Йоу объявил войну желтому императору. Сражение произошло в местечке Джолу. В предании говорится, что желтый император использовал силу небес и, победив, Чхи Йоу казнил его. Это известная история из древней китайской мифологии. В Китае имя Чхи Йоу хорошо знают. Для китайцев это имя не только имя создателя военного оружия, а также имя бога войны. Чхи Йоу создал большинство видов оружия, однако считается, что меч был изобретен желтым императором. Это подтверждает находки, сделанные при раскопках гробницы Хан вблизи города Лин-И, провинции Шандун. В найденной там книге «Искусство войны» Сунбини указывается, что именно желтый император изобрел меч. Если Чхи Йоу для китайцев это дух мятежника, то желтый император – это символ законного и справедливого правителя.
оружие, изобретенное Чхиёу, стало основным оружием Бронзового века. Эпоха воюющих царств. Поэт Чжуюань из царства Чху в своей оде по погибшим за родину так описывает сражение войск императоров. Две противоборствующие стороны сначала атаковали друг друга с дальнего расстояния, стреляли из луков. Затем воины на колесницах, вооруженные копьями, дротиками и алебардами, бросились друг на друга. Кровавое сражение началось. Для войн в дацинскую эпоху были характерны сражения на колесницах. Очевидно, что меч еще не стал главным видом оружия. В сражениях на колесницах использовались длинные виды оружия, такие как копье, дротик, алебарда. Однако в традиционной китайской культуре меч воспринимается как священное оружие, стоящее выше других. В дацинскую эпоху мечи еще широко не были распространены. Согласно закону того времени, только люди рангом выше сословия ши были наделены правом носить мечи. Аристократы носили мечи как символ мужественности. В исторических записках Сыма Чена говорится, когда основатель династии Чин, Чин Ши Хуан Ди, был возведен на престол, то он носил корону и меч. Невозможно себе представить, что два государства стали бы воевать только из-за вопроса принадлежности меча. И все же царство Тин напало на царство Чху только из-за того, чтобы захватить сокровище царства – меч Тхай-э. В то время в Китае государство Тин было самым сильным. Его император решил, что этот меч Тхай-э должен принадлежать лично ему. Царство Чху в военном отношении было слабым. В результате войны царство Чху потеряло большинство своих городов. Столицу осадили войска Тин. Император государства Тин выставил ультиматум: «Бросьте меч, или мы завтра нападем на вашу столицу». Император Чху не покорился. С мечом в руках, поднявшись на городскую стену, выкрикнул: «Меч Тхай-э, сегодня я пролью свою кровь в твою честь». Он вытащил меч из ножен и указал им на вражеские войска. В ту же минуту произошло чудо. На войска Тин, которые расположились лагерем вокруг городских стен, внезапно обрушился вихрь из песка и камней. В мгновение армия царства Тин была уничтожена. Сегодня нам ничего не известно о местонахождении легендарного меча Тхай-э. Но мы знаем о другом мече, который пользовался такой же известностью, как и меч Тхай-э. Что же это за меч? В 1965 году проводились археологические раскопки в древней могиле царства Чху, где был обнаружен меч из бронзы. Этот меч назвали мечом Гоутьяна, имя правителя царства Юэ. Меч был найден вложенным в ножны, у которых была почти воздухонепроницаемая подгонка к мечу. Когда меч вытащили из ножен, его лезвие было совершенно не заржавевшим. Простой тест показал, что лезвие могло с легкостью разрезать 20 листов бумаги. В 1977 году эксперты Фуданского университета, город Шанхай, провели лабораторное обследование меча. Они пришли к заключению: меч сделан в основном из сплава бронзы и олова, с небольшим количеством алюминия, железа, никеля и серы. Ромбовидные черные узоры на мече вулканизированы. Технология полировки меча не уступает современной, что свидетельствует о высочайшем уровне мастеров Юэ. Но как был создан, отлит меч Гоутьяна?在这剑的两刃部分啊，它就是用这种含锡量比较高的一种青铜合金。那么这样呢，就是能够提高它的硬度，提高它的硬度呢，就是能够做到比较锋利，是吧？就杀伤力能够提高。而且在剑的中级部位呢，它就采用了一种含锡量比较低的一种青铜合金。那么含锡量低了，它的这个
韧性就能够提高，硬度降低了，它的韧性就能提高，那么就是它使这个箭呢不容易折断。Такое оружие, как меч Гоутьяна, из-за сложной технологии отливки изготовлялся только для правителей. Но какое же оружие использовалось народом в практике боевых искусств? В книге «Обряды Джоу» написано, что во времена воюющих царств простым людям разрешалось использовать в качестве оружия только короткие кинжалы, топоры и деревянные палки. Запрещалось иметь такое боевое оружие, как алебарды, копья и кинжалы, поскольку меч считался символом власти, носить мечи не разрешалось. Однако наемные убийцы использовали кинжалы, которые напоминали мечи. Эти кинжалы были намного короче мечей высшей знати. Вот самое знаменитое в китайской истории противостояние между мечом и кинжалом. Человек по имени Тинкэ задумал убить правителя царства Чин. Тинкэо спрятал 30-сантиметровый кинжал в свиток с картой и в удобный момент бросился с кинжалом на царя. Царь, отступив назад, пытался выхватить свой меч из ножен, но так как меч был очень длинным, более 1 метра, сделать быстро это не удалось. В этот драматический момент императора выручил чиновник, стоящий позади него. Он помог императору выхватить меч из ножен, но не сбоку, а из-за спины. И Тинкэо был убит мечом императора. В этой истории противостояние меча и кинжала, кинжал простого человека не смог взять верх над мечом императора. После этого случая император оценил важную роль оружия в управлении страной. Вскоре, объединив Китай, он издал указ о изъятии у простых людей всего бронзового оружия с целью переплавки его в 12 бронзовых скульптур, символизирующие непоколебимость его правления. И когда в конце правления династии Чин Чхэншэн и У Гуан подняли крестьянское восстание, они могли довольствоваться лишь деревянным оружием, в то время как войска Чень были вооружены бронзовым. Судя по найденным терракотовым статуям, воины императора Чин Ши Хуан Ди использовали луки, стрелы, длинные кинжалы, копья и алебарды. Но уже есть и бронзовые мечи, которые применялись в бою на короткой дистанции. Эти мечи более 1 метра в длину были чрезвычайно остры и эффективны.剑嘛，也是从短往长发展，这跟青铜冶铸的技术联系在一起。特别是后来还为了这个能够把剑铸长，就是剑脊和剑的刃部的青铜的比例不一样，这样呢就让它那个刃部是坚韧，特别是钢的脊部呢比较韧，这样的话就不容易折断。所以到了这个战国晚期，到了秦统一的时候，这个时候青铜兵器已经发展到它的一个最高峰了，所以剑的长度不断的从60厘米加长到70、80，甚至于到1米过超过1米，这样呢，在秦始皇陵的兵马俑坑里边出现了这样的青铜剑。Династия Чин считается первым большим взлетом в истории развития китайской государственности. И мечи династии были достижением бронзового века. Но несмотря на это, люди понимали и чувствовали, что использование длинных бронзовых мечей имеет свои недостатки. И эти недостатки проистекают из самой природы бронзы. Он очень легко
就是你中间那个中棘啊，剑的中间那个部分叫鱼棘，中棘部分太厚的话，影响到剑的分量，影响到剑的这个锋锐度。啊，在和对方的兵器碰磕的时候，又容易断折。История использования бронзовых мечей подходила к завершению. Они стали заменяться на мечи из стали, и вновь меч доказал свой статус как первого среди всех видов оружия. Выплавка железа началась в последние годы периода воюющих царств. Тогда железную руду плавили при низкой температуре, поэтому полученное таким способом железо было хрупким и покрыто крошечными отверстиями. Но во времена правления династии Западный Хан использовалась более высокая температура плавления. Началось изготовление стали. Это стало знаменательным событием, особо выделившим эпоху Хан в истории Китая. Сталь придала мечам качества, которых они прежде никогда не имели. В период династии Хан они стали более острыми и более длинными, чем бронзовые мечи. Это стало возможным из-за особой технологии выплавки стали. Пайлиан Ган. Не сохранилось никаких описаний технологии Пайльянган по изготовлению стали. Лишь 10 лет назад один кузнец с родины китайских мечей, это город Лунчуан, провинция Чжаоцзян, раскрыл секрет изготовления стали эпохи Хан.从古时候的汉代开始，就已经有了百炼钢的记载。什么叫百炼钢呢？就是我们平时通常所说的百炼成钢。这个成语呢，就是百炼钢的一个另外的一个说辞。它的意思呢，就是说钢炼出来之后，它还不能直接当成材料来用，不能直接做成剑。它一定要经过这种反复的折叠锻打。把这个金属里面这个钢铁里面的杂质，还有它里面一些气孔啊什么东西啊，给它打密实，然后呢这个材料呢才能达到一个刚柔相济的一个特点。Эти мечи при изготовлении проходили не только многократную ковку, но и особо закаливались, шлифовались, полировались. Весь процесс формирования клинка состоял из 16 видов сложных ручных работ. Только так во времена династии Хан можно было изготовить высококлассный меч, который сочетал в себе и твердость, и гибкость. Стальные мечи династии Хан отличались особой прочностью. Их не так легко было сломать, как бронзовые. Стальные мечи были более и эффективны. Все это, естественно, укрепило боевую мощь войск династии Хан. На вооружении у ханских войск в дополнение к мечам были луки, стрелы и алебарды. И каждый из видов оружия имел свое строгое назначение. На равнинах, чтобы напасть на врага, вначале использовали лук и стрелы, а алебарды шли в ход в ближнем бою, как и мечи и щиты. Но именно во времена династии Хан мечи постепенно стали терять свое боевое назначение, поскольку это было время, когда императорский меч был символом высшей власти. Хан 的时候呢，就出现了一种特殊的，我们说的。
这种特殊意义上的一个兵器，甚至就是超出兵器本身的一种极端权力欲的一种兵器，那就是尚方宝剑。这个尚方呢有两种写法，一种是高尚的尚，还有一种是上下的尚。实际呢它是出现于呢汉的一个机构，它出现一个叫做少府，少府呢有这个尚方令，尚方令的负责尚方令的呢叫做尚方丞，丞相的丞。那他们做什么呢？他们主要是呢最早是做一些皇帝的，也就是说皇帝御用的一些器，把玩器，一些御用的器，当然包括一些礼器和一些把玩器。而这个尚方宝剑呢从此以后呢就是做皇帝呢就作为什么呢，本身来说皇帝他做了请这个尚方做了这个剑以后呢，他可以赐给大臣，就是当他本身不在场的时候，大臣可以拿这个剑作为内外杀伐，这个出外定夺，所谓将在外，对不对？将在外就是自己来说执行这个是皇帝，他就是一种皇权的象征，他可以持有这个剑者呢可以代表皇权的意见，就是对于相当职位的官员呢进行杀伐。Именно поэтому система этикета династии Хан требовала, чтобы чиновники всех уровней носили мечи. Это оказало влияние и на простых людей, и в результате они стали практиковать фехтование. Известен факт, что знаменитый Дун Фан Шуо из династии Западный Хан начал практиковать фехтование в возрасте 15 лет. А известный Сыма Сян Жу был не только выдающимся писателем, но и также хорошо владел мечом. Династия Хан развивалась, также совершенствовалось и мастерство владения мечом. Гунны с севера начали нападать на империю. Конница гуннов была серьезной угрозой для династии Хан, и ханцы начали сомневаться в эффективности использования мечей в сражении. Войска династии Хан оказались неспособными противостоять коннице гуннов. Они ограничивались лишь использованием колесниц. Кроме того, мечи, используемые ханской конницы, явно уступали палашам гоннам. 对普通战士来讲，使用刀的技能和战场上的杀伤力更要高于剑，因为剑是刺兵，刀是疾兵，刀以打击为主，砍击就我们把砍啊、劈啊等等都归之为击，劈砍的兵器。那么开始是用剑，但是剑呢是双刃的。做成钢剑呢，它要做成两个刃呢，这样的话呢，劈砍的力量并不是很强，所以最后就改成了只有厚脊薄刃的这个刀作为劈砍呢最合适，这样呢就是适合于骑兵用的这样的钢刀就开始流行起来。Палаш стал самым востребованным оружием для войск династии Хан. Старые мечи, заточенные с двух сторон, стали заменяться на однолезвенные палаши, став главным оружием кавалеристов. По той же причине пехота также вооружалась палашами. Самым распространенным мечом этого периода был меч Хуан Шоу Дао с кольцевидной рукоятью. У этих мечей нет обуха и гарды, защищающих кисть и предотвращающих сползание руки на клинок. Ханьцы 用这个环手刀把这个匈奴人赶到漠北，这个环手刀真是可以说是功不可没，它具有相当的长度，在我手里，我们就是剑士。目前存世的一些环手刀作为实战的比较简，就是说配饰比较简单的比较实战性的话，很多都有达到1.2米的长度，那这个长度是很惊人的。后世的马刀也不过就是我们说在就是现代的马刀，军用马刀也不过一般在1米左右，可当时能够达到1.2米，这是第一，就是它的长度厚度也比较惊人，它的厚度在刀背的时候可以达到8毫米左右，而且呢它就说它这个劈砍能力，由于它这个中间呢是没有极限的，它是一个三角形的剖面，所以这个劈砍能力是相当强的。
После более чем 400 лет войны династия Тхан достигла больших успехов в производстве прямых мечей. Это было вызвано необходимостью защиты от опустошительных набегов кочевых племен севера. К тому времени 30% конной армии династии Тхан были вооружены прямыми мечами. В отличие от мечей Хуаншоу, у прямых мечей не было кольца на рукоятке. И рукоятка была такой длинной, что можно было держать меч двумя руками. Они были выполнены великолепно. Лезвие изготавливалось из стали, привозимой из Средней Азии. Для создания прямого меча железную заготовку раскатывали в длину, складывали пополам, потом снова раскатывали и складывали. Так делали 30-40 раз. Готовый меч был настолько остр, что легко пробивал доспехи.其实唐刀来说，从钢铁锻造的几乎发展到一个巅峰状态，而且它采用工艺呢，以我们来看呢，应该是包钢工艺，而不是后代的加钢工艺。包钢工艺和加钢工艺的区别在于什么呢？一个是硬包软，一个是软包硬。 也就是说包钢来说呢，它最外边一层是用硬钢，而软钢在里边。那当然，它这个劈砍起来要比加钢要狠，但它缺点是什么？太昂贵了，而且工艺很复杂。可是，在唐代呢，我们可以用得起这样的东西。 В те времена мечи династии Тхан были, вероятно, самым лучшим оружием в мире. Японская знать почитала за честь иметь подобное оружие. Японский император восторгался китайскому холодному оружию, говоря, что китайские мечи и ножи самые изысканные в мире. Тханская технология ковки мечей и ножей и по сей день является основой производства современных японских ножей. Однолезвенный меч стал главным оружием, обоюдоострый меч исчез с поля боя. Но обоюдоострый меч получил признание в народе. Знаменитый поэт Ли Ибай в возрасте 15 лет увлекся искусством фехтования, а в 25 лет отправился в путешествие по стране со своим мечом. Чжи分子把自己的某种精神把它密切的和剑挂起来，于是乎就出现了中国人所特有的书剑精神。 李白十五号剑术，遍干诸侯，三十成文章，立敌倾向，那么不但李白是如此，其实和李白同时最好的一些朋友，比如高适啊、杜甫啊，都是这样，这些文人喜欢剑，我们不能把他们想成个个都是剑侠，都是击剑高手，不是，更多的是他们从剑中间所送习到的那种剑的力量，那种光明正直的追求，那种人品。 甚至那种风格，所以剑就成为中华民族文化中一个非常重要的文化符号，是一个象征，它是我们整个中国的武学系统、武文化系统里唯一可以真正具备了这种表征性的、标示性的价值的这样一个武器。 Хотя в эпоху Тхан технология создания меча в Китае достигла высочайшего уровня, но это не было пиком развития холодного оружия. Как ни странно, но более мощное развитие производства холодного оружия получило во времена династии Сун. Династии, которая терпела одно военное поражение за другим.